Сергей Мартинсон родился 25 января, 6 февраля, 1899 года в Санкт-Петербурге. В 1923 году Сергей Мартинсон окончил Институт сценических искусств в Петрограде. Выступал в эстрадных театрах Петрограда. В театре «Вольная комедия», в «Свободном театре». Работу в кино начал в мастерских ФЭКС. Играл в театре «Революции», 1924-1941, театре имени В.С. Э. Мейерхольда, 1925-1926-1927-1938, в мюзик-холле, 1933-1936, с 1945 года состоит в труппе театра-студии киноактера. Снимался у кинорежиссеров Всеволода Пудовкина, Якова Протазанова, Сергея Юткевича, Бориса Барнета, Григория Рошаля, Александра Птушка. Сергей Мартинсон также работал много и в мультипликации, озвучивая мультфильмы. Выдающийся комедийный актер, эксцентрик, мастер пантомимы, буфонады и гротеска, один из самых популярных мастеров кино и театра. Сам себя комиком не считал, в то время как за рубежом искусство Мартинсона сравнивали с искусством Чарли Чаплина. Кто умер 2 сентября 1984 года. Похоронен на Кунцевском кладбище Москвы. Зятья, альтист Рудольф Борисович Барша и режиссер Генрих Саулович Габай. Внук, физик Вольтер, Владимир Рудольфович, Баршай, Р. 1955.